Перед просмотром данного ролика рекомендую группу Pullover. В этой группе вы можете пообщаться о жизни, получить ценные уроки и ответы на свои вопросы. А также в группе полно всяких игр и развлечений. Pullover – твой теплый свитер. Ссылка будет в описании. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпал, а мы сегодня поиграем в Депт. Глубину. И у нас будет квест выживания. Выживет акула или выживем мы. Как видишь, у меня уже наушники не на ушах, потому что уши зверски болят от наушников, у которых нет специальных подушечек для ушей. Они мне давно выпали и не вставляются ни хрена. А уши, разумеется, как говорится, ноют, так сказать. Поэтому я сейчас пробую эксперимент такой. Повесил наушники на шею с микрофоном. Надеюсь, меня будет слышно зашибись. Сейчас нам тут вообще быстро матч должны найти. Разумеется, будет кровище, будет мясо. Выполняем квестики, которые у нас вот тут вот находятся. И за квестики, разумеется, мы с тобой получаем... Угадай, что? Правильно, мы с тобой... Получаем сокровище. Открывая сокровище, мы получаем скины на Депт, которые потом, кстати, можно продать. Или же ты можешь поучаствовать в моем конкурсе, которого пока нет. Но если захочешь, пиши в комментариях, типа, го, конкурс, я устрою вам конкурс насчет этих, конечно же, скинов из Депта. Скинов в наличии где-то, ну, 5 штук точно. Может меньше. Не помню уж. Интересно, за кого меня тут сейчас присвоят играть? FPS вообще шикарно выдает. Мне это нравится очень. Давненько у меня не было большого FPS. Так, ладно. О, да, мы в водолаз. Так, СП. У нас квестик вот насчет этого пистолета. А, вот, кстати, вот сам этот скин. Вот, зацени скин. Этот скин тоже, возможно, будет разыгрываться в конкурсе. Если ты, конечно, проголосуешь за этот конкурс. Точнее, напишешь мне в комментариях под видео. Вообще, не поленишься, подпишешься на канал, поставишь колокольчик, подписку влепишь, лайкосик влепишь. Что-то много требую, знаю, но я же знаю, тебе не трудно. Ну и разумеется, этот комментарий. Что-то плохо тут, пацану. Влепишь мне комментарий, то, что го конкурс, и я подумаю, если вас будет много, то разумеется, я устрою вам этот конкурс. Так, надо золотишко собирать. Чтобы бабосики были. Если сердцебиение учащается, значит где-то рядом акулка плавает, да? Блин, где она? А, крыша слом... Твою мать. Ага, вижу, мразь. Вот зараз-то, а. С пистолетика, вот понимаешь, квестик предлагает мне с пистолетика пострелять. А мне как бы охота катку-то выиграть. Где? Да она делась-то? Уцеливание и огонь. Где же это зараз-то, а? Пока тащим вроде, ну... Не то, что тащим, а не в таком уж большом и отрыве-то. Можем еще и от этих акул избавиться. Офигеть. Мне пора бы сваливать к своим. Ага, ага. Лоханулась. Да, нихера не лоханулась, да? Умри. Фух.
пронесло, так сказать. Так, что тут у нас, а? Золотишко, давай, бегом-бегом, блядь. Зараза. Так, ладно, мне уже посрать совершенно на этот квест с пистолетом. Я беру нормальный автомат с ядом. И сейчас их хуярить буду. Это, судя всего, типа пародия акулы Мака, скорее всего. Ага. Умри ты. Эй. Вот чё её не я убью? Я же в основном урон-то нанёс, а? Парни. Вам это не кажется? Так, нет сокровищ. Вообще это так опасное дельце-то. Сердцебиение. Ага. Ага, вижу, вижу. Да... Умри ты! Чё за задница-то какая? Давай ещё. Вот нельзя нам подыхать, люди. Мы должны... О! Зашибись, от яда подохло. Как же косы-то, а? Это убил. Убил вроде. Давайте, пацаны, главное не подыхать. Я сейчас буду пытаться тащить. Буду пытаться. Блять! Нихера ж тебе! Я даже охуел, откуда она появилась-то. Так, купить. Пора им уже проблем наделать. Так, пиздец. Пора ставить мины. А? Херти. Подохла. Если сюда нападет, то сама взорвется. Тупая шавка. Ранила меня, правда, но ничего, терпимо. Ага. Падать. Я думал, она сдохнет сейчас. Так, надо маячок, значит. А сейчас же. Бля. Ага, сверху зашла. Вон она. Вот мразь-то, а. Акула-то, а. Затащить хочется. Блять, все жрут, да жрут наших. Это жестко. Так, давай еще. По мини. Это продать нафиг. Купить нормально. Фиговину. Так, вот, все отлично. Уже одна клюнула. Собака. Ха-ха, вторая нахуй. Бля, надо побольше этих мин покупать. Блять. Все-таки меня прибило, а, псина. Так, ну. О, и опять мои мины спасают. Мины ставьте.
А, видел, попалось. Мы еще можем попытаться выжить. Неужели она сдохла? Так. Аптечку. Ладно, надо. По добру, по здорову. Ага. Ух, собак-то, а. А мы почти добрались, не сдаваться, пары. Держимся друг к другу, поближе. Сюда засел. Ага. Да ёпту. Прости. Я дурак. Хер ли у нас бот в команде был? Это вообще несправедливость. Ну ладно, окей. Еще матч. Вообще это не просто как CSGO. Эта игра сложна своими формулами и задачами. То, что надо знать, какую акулу выбирать на стороне акул на определенной карте, какую тактику против водолазов разрабатывать. А водолазы, кстати, могут быть и не такими, как мы сейчас были. Они могут быть жесткими, они могут специально плыть на тебя и убивать твою акулу. Но это которые уже водолазы вообще забитые, которые уже давно в эту игру играют. Ну, короче, ты меня понял. Ладно, давай. Я водолаз. Сейчас вот смотри, сейчас я водолаз. Ничего себе. Я акулка, значит? Ну, окей. Сейчас покажу, как я играю на стороне акул тогда. Даже классно то, что я за акулу. Прикольно. Вроде выбрал рандом, а загнали на акулу. Весело. В основном выиграл-то за акул. Иногда. То, что я там знаю тактики вроде. Немножечко так. Так, ну давай. Короче, такую вот, которую маку я выбираю, я ее просто обожаю. Она быстрая, смертоносная. Ну, правда, мало хп имеет, но это не важно. Важно запугать противника своей смертоносностью и быстростью. Вот, спускается наше мясцо, так сказать. Ну погнали, погнали. То-до. Так. Вот оно. Мясо. А, они в этой, под это что ли, плывут? О, собаки. И как мне их ловить? Не, ну когда кто-то плавает под это неинтересно. Блять, их там много. Зря я так напал. Надо было подумать немножко. Ага. Вот так вот бывает, когда выплываешь и не смотришь, нахера ты выплыл.
Бля, почти забрал. Вообще вот почти. Немножечко осталось. Так, надо эту. Надо голову прокачать. Пока мы всираем так немножечко. Ага, ага. Попробуй нагони мою акулу. Чё, храбро что ли такое? А? Почти. Надо было вырваться отсюда. Так, ладно, одного почти загрыз. Ну, неплохо, неплохо. Так, меня засекли, да? Ах ты ж. Так, главное не подыхать в этом деле. Вот главное не подыхать. Зажрал и ушел. Так, манить мне мясо. Так, заебись. Хорошо пошла. А, зараза. А вот это вот быстро, кстати, было. Как можно с таких говнопистолетов меня так быстро убить? Ой, напарник что-то не особо тащить хочет. Заплыл, выплыл называется. Ща-ща-ща. А? Херти. Да, блять, я чё не могу вот по этой херобойне попасть? Я убил хоть кого? Бля, это кровотечение, надо быстро котикой. Поганый. Кровоточечение, блять. Фак, 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 фак. Попал в меня скотина называется. Блять. Ну почти же убежал. Чё ж ты будешь-то, а? Вот знаешь, бывают моменты, когда ты тащишь катку, а бывают моменты, когда соперники такие довольно-таки продуманные. Пёс. А, меня засекло, заебись. Вот как с пистолета мне так много наносит. Воу-в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 оу. Только не убить. Сука, мышь. Блять. Блять. Ой, вот у меня напарник все подыхает да подыхает. А он не понимает то, что нам надо вот этих вот. Блять, как я скосил-то? Пока вот переплывают, можно и пожрать. Сука. В такие моменты надо, блядь, и плыть, и жрать их. Блядь, сел. Собаку. Больше очков-то и нет на развитие. Ай, блядь. Я идиот. Мне маячок ебучий поставили. Ой-ой-ой-ой-ой. А, он упал, заебись.
Кто в меня стрелял, сука? Их когда много, они, блядь, сила. А когда они вот разделяются, их можно пожрать спокойно. А сейчас пока небольшая проблема. Так, ну выплыви ты из здания, ебучего. Спасибо, друг, помог мне. Так, кто тут еще переплывает? Переплывайте. Давай, не боись. Псы. Надо всех водолазов сожрать, и будет все хорошо. Yes. Успел, понимаешь, успел сожрать. Тодо. Сука, еще кто-то рядом оказался. Ну вот нахера вы им помогаете, люди? Так, мы уже почти счет восстановили, надо побороться. Нет, засекли уже. С какой-то же, блядь, к ним стороны-то подойти. Так, ладно, если чё, вот в тот ход нахуярь. Суки, вот суки, а все равно преследую. Вам показалось, мразь. Закройте свой морозильник. Они дико быстро убивают, вот прям дико. Сейчас, дружище, я помогу. Ай-яй-яй. Да ёпта, даже по тюлень промахнулся. Так, давай ещё. Ага. Псы, вы не сможете отсюда выбраться, я вам не позволю. А вот и нихера. Блять. Проебали мы. Ну и не важно это. Мы почти выиграли, но это вообще не важно. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень рад вашей поддержке. Ну что ж, как говорится, всем удачи, всем пока.